Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве MIDIGI A9 сделать очистку истории браузера. Для этого в первую очередь открываем наш браузер, которым мы все, конечно же, пользуемся. Затем тыкаем здесь, переходим в раздел «История» и нажимаем «Очистить историю». Затем выбираем временной диапазон, за который мы хотим удалить историю. Это может быть последний час, последние сутки, последняя неделя, последний месяц или же все время. Затем выбираем форматы файлов, которые мы хотим, форматы данных, которые мы хотим удалить. То есть это может быть история браузера, файлы куки, данные сайтов, изображения и другие файлы, сохраненные в кэше. И нажимаем «Удалить данные». И после этого история будет чиста. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!